Розкажи про те, що це і з чим його їдять. Окей. Ну, по большому счету, это стандартный мобильный ап, только уже с более такой интересной подачей в плане того, что мы наконец-то пришли к мобильным платежам. По большому счету, в СНГ мы первые, кто запускает мобильные платежи. Это application, при помощи которого ты можешь рассчитываться. То есть неважно, где это, там, допустим, рестораны, это же заправка, это же ритейл, либо что-либо другое. Мы пошли сейчас со стороны хорики, то есть со стороны ресторанов. Как это работает? Человек скачивает application, после чего он вводит реквизиты своей карты в этот application. И приходя в ресторан, ему уже не нужно доставать кредитку, ему не нужно доставать кэш. Все, что ему необходимо сделать, это нажать пару кнопок, чтобы оплатить свой счет. То есть это быстро, это просто, это уже в какой-то степени нативно, да, для людей, которые привыкли пользоваться своим телефоном, там, даже в том же ресторане, просто проверяя Инстаграм, Фейсбук, и тут же он прямо из этого же телефона совершает оплату за свой счет. Это то, с чего мы стартовали в Сетле. В дальнейшем это будет более интересное решение, например, предзаказы. Это возможность предзаказать себе ужин, либо же обед, либо же завтрак просто с мобильного телефона, тут же это оплатить, указать там время и сколько будет с тобой друзей, и приехать уже на готовый обед, быстро поесть и уехать. Скажем так, ну это основной фокус на бизнес-ланче, да, когда у тебя там времени ограничено, ты не можешь приехать, подождать час, пока это там приготовят, покушать, потом дать деньги, потом дождаться, пока тебе принесут сдачу, и потом уже ехать. То есть ты тратишь слишком много времени. В нашем случае мы там сокращаем как раз момент готовки и момент расчета. Да? Плюс-минус в разных заведениях это может составлять там, от получаса до часа. Потому что, ну, по-всякому бывает, по загрузкам и по бизнес-процессам самого ресторана.